смена статуса вот на эту визу с какой-либо другой неиммиграционной на территорию США, в российскую, допустим, компанию. Возможно, если человек приехал по True Visa, обнаружил у себя способности там, в области IT, да, увидел российскую компанию, сказал им: друзья, я хочу к вам. Виза L1 – это немножко другого типа визы, это не рабочая виза. Да. Виза L1 – это перевод сотрудника в рамках международного холдинга. Да. Самое главное, что вы должны доказать, что существует международный холдинг. То есть есть российская компания, есть ее филиал в Америке. Или наоборот, американская компания, филиал в России. Во-вторых, вы должны быть сотрудником этого холдинга на момент подачи документов уже. Именно в компании за рубежом. Соответственно, в российской компании, да. Понятно. Там есть два типа виз. L1A и L1B. Одна – это перевод руководящего сотрудника, вторая – перевод ценного специалиста. Значит, к руководящему сотруднику предъявляется требование, что он должен иметь определенный опыт работы и определенный стаж работы в данной компании. Поэтому вариант приехать по туристической визе и подать на смену на L1 – это практически нереальный вариант. Понятно. Да, лучше это начинать делать заранее, значит, зондируя почву до приезда в Америку. И потому что там нужно еще, кроме всего прочего, доказывать того, что у компании есть финансовые возможности, чтобы вас нанять и содержать вас в своем филиале американском. Поэтому прежде чем это делать, лучше проконсультироваться.